За 8 месяцев текущего года на территории Краснодарского края зарегистрировано 96 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов, в результате которых 11 человек погибло и 238 получили ранения. В Славянском районе в текущем году произошло 7 ДТП с участием водителей автобусов, в которых 3 человека погибло и 14 получили травмы различной степени тяжести. В целях повышения безопасности и профилактики аварийности в области пассажирских перевозок автобусами в октябре на территории Краснодарского края стартовал 4-й этап комплексного профилактического мероприятия «Автобус». В ходе проведения мероприятий инспекторы группы технического надзора ГИБДД проверят автотранспортные предприятия и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги в области пассажирских перевозок. При этом особое внимание полицейских будет направлено на соответствие технического состояния и конструкции автобусов требованиям безопасности, допуску водителей к пассажирским перевозкам, обеспечению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра. Также инспекторы проверят наличие у водителей необходимой документации и соблюдение норм пассажировместимости при перевозке людей. Одновременно будет усилен контроль за соблюдением требований безопасности при организации и осуществлении перевозок детей к образовательным учреждениям и обратно.